Так, я сейчас буду готовить вкусную закуску. Также это может быть вкусный завтрак. В общем, нам нужны такие тосты. Вот у меня вот этот вот американский сэндвич, мне не очень нравится. Можно любой другой тостовый батон. Дальше колбаса или ветчина, что вам нравится. Абсолютно любой сыр. Также нам понадобится буквально чуть-чуть майонеза. Можно без майонеза, но будет немножко суховато. Я немножко добавляю, сейчас покажу. И все тосты я уже намазала маслом. Обязательно тоненько-тоненько. Нужно намазать именно с одной стороны. То есть со второй стороны масла нету. И вот этой стороной, где у нас есть масло, мы будем ложить на вот эту вот форму. Это у меня такая специальная штучка для того, чтобы получались вот эти вот вкусные треугольнички. Которые у нас с маслом. Ложим вот сюда. Правда, большеват немножко батон для этой. Есть чуть поменьше. И вот этой стороной, которая у нас без масла, мы сюда сейчас добавим чуть-чуть майонеза. Вот, буквально пару капель для того, чтобы это не было, ну, такое сухое. Ложим колбаску. Сэндвич позволяет нам положить целый такой кружочек, потому что если сэндвич поменьше, он не влезет, вам нужно будет разрезать. И ложим сыр. Тоже сколько хотите, по вашему вкусу, можно больше, можно меньше. Я положу два кусочка как раз на всю длину. И берем второй кусочек, стороной, которая без масла, ложим вниз, как бы накрываем, с маслом, которое ложим наверх. И сейчас я сделаю все остальные. Здесь у меня получится 4 таких треугольничка. Вот, я уже сделала первую порцию, тут все аккуратненько, потому что одной рукой неудобно. И сейчас вот это вот все будем закрывать. Оно должно придавиться хорошо. И здесь вот есть застежечка, за которую мы все это застегнем. Вот, все. Сейчас включим и подождем, пока загорится там зеленая лампочка. Вот уже зелененькая, пора доставать. И вот какие они, красавцы получаются. Очень даже ничего. Вот, смотрите, какая красота. Вот такой вот треугольничек, он с обеих сторон поджаривается. И мне кажется, это очень прикольно подать гостям закуску, либо просто позавтракать. Конечно, не очень полезно, но все же. Также можно детям такое делать и давать куда-то с собой, например, в школу. Очень классно. Можно не добавлять майонез, можно не добавлять сыр. В общем, все на ваш вкус, но вот нам нравится именно так. Сейчас буду делать дальше остальные. И вот я уже все сделала. Вот такая вот красота у меня получилась. Мне кажется, очень красиво, вкусно и очень, кстати, быстро сделать. И сытно. Главное, здесь колбаска и сыр. Вот. И у нас здесь маленький такой праздник. Покушаем рулетики с сыром. Вот эти. Выпьем немножко вина. Ламбруско. И небольшое пироженка. Так что всем приятного аппетита. Центр мебели. Похож больше на какую-то гостиницу. Еще похоже на Европу, да? Европу. Ну, такой, да. Когда строились, я думала, что какая-то, да, гостиница будет, такой вход. Парад. Мы тут решили приехать кое-что посмотреть. Может быть, здесь найдем Камелот. Вот он. Вот это, да, при входе. Фонтанчик. Супер. И туда. Да. Класс. Тут много диванов всяких. Классных. Стойка такая прикольная. Блестящая. Тут. Вот этот мне нравится. Но он стоит, конечно. 109 рублей. Не знаю, за что. За кусок квадрата. Просто офигеть. Кровати здесь тоже много. Всяких. Вот там детская. Ого, камины. В общем, если за мебелью, то приезжать надо сюда. Здесь есть вообще абсолютно все. Какие-то штуки. Ой, как классно. Прикольные. Для этих, для бутылок или что-то. Угу. Класс.
классный. Вот здесь вот кухня дальше. Всякие. Кровати в море, шторки, жалюзи. Она большая, мне такая не нравится. И цена у них... Здесь на ножках. А, это так, не, вот мне тут вот этот вот. Цена у него класс. Вот он. Разных этих. Классно. Смотри, какое прикольное, да? Оно как бархатное. Класс. Пошли посмотрим сюда. А с ним же можно тогда уже и по размерам вымериться. Да, полностью мерить. И вот еще тут. Вот он коричневый какой-то, да? Ну да, он такой плотненький. Вот мне какой понравился. И тут как он. А тут ножки всякие помассивные. Ага. И тут вот он как типа... Везде какие там ножки? Ну там маленькие, да. А покажи вот этот вот. Приподними его. А, это малюсенькие такие, да? Эти кадочные, там лишние уже. Тоже красивые. Может, они его дороже продадут? А ты спроси, сколько этот стоит, они ли не все в одну цену. Если что, я его, конечно, забрала. Мы еще пройдемся, но мне он нравится. Леш, они, получается, идти все, все в одну цену, да? Почему? Так поставь его пока, или не больше будем, или ты уже решил его. Вот это красивое бархатное. Да. Такие прикольные. Да попробуй сесть на него. Ну как? То есть, ну не проваливаешься. Не, вот тут не проваливаешься. А тут проваливаешься. Не, ну тут мягко, и потом ну, это. Просто есть, знаешь, такие вообще мягкие, которые садишься, и ты как утопаешь в нем, а этот классный. Вот это классно, мне понравился. Но он, конечно, стоит. Он такой как царская. Да? Нет. Вот это спасибо, такого плана я хотел. Прикольно. А вот еще какие-то пусики. На втором этаже. Там открывайте, оно открывается. Вот так, да? Да, да, тяни. Ага, с такой этой. И со спинкой, типа. Почему они такие? А какая стоимость? 95. Такие же там, да? Угу. На ножку. Видишь, они пошли еще, дорогие. Там, кстати, стульев много. Пошли туда, посмотрим. А вот еще, смотри. Но. Пошли посмотрим сюда. Здравствуйте. 45 рублей. В таком этом. Ну, цвет немножко. А, нет, тут уже дольше и ножки. Такие. Ну, цвет немножко мне не такой надо. А, не под заказ, да? Не, нам хочется уже, знаете, в наличии. Взял и пошел. В виде сумок с ручками. 61, тут 52, да? А вот еще какие-то красные. А что это такое? Это как светильники, может быть, ночники. Какие красивые. Класс. В общем, куча всего. Ага. Такой верхний. Красиво тут. Благодаря запатентованной уникальной эргономичной системе, цена. Призванной создать да, максимальный комфорт. На втором этаже. Место пусто. Такого плана. Мне не нравится. Нет, смотри, ну вот эти, знаешь, игрушки? Знаю. Он большое место занимает. Я не хочу, я хочу кубик. Зато будешь подальше. Нет. В общем, классно. Мне здесь нравится. Очень много всяких интересностей. А для чего это было? Для чего оно? Что? Куда это ставится? В
стенка. Как там стенка. Да? Прикольно. О, моя покупочка. Идет домой. Несется. Класс. Вот он, дома мой. Красивенький. Я теперь этот стул отсюда уберу. Он тут будет. Класс. Подходит. Дизюн, что ты? В камеру лезешь. Поздороваться со всеми хочешь? Да, да. Это эко-кожа, да? Тут или что это? Спасибо. И тут такой плотный такой ткань. Как она? Жаккард, наверное, или как это называется? Что-то я даже забыла спросить. Я его сейчас протру. Класс. Тедди Дизюн. Вот. И он и входит туда, вниз, если нужно. И так стоит по цвету. Подходит. Супер. Ой, ну хорошо. Слушай, тут с ним хорошо. Знаешь, как с ним всех сидеть? Там с этим стульчиком было неудобно. Он высокий. Полку нельзя было открыть. А здесь хоп. Все открывается. Класс. Но мне нравится. Такой хорошенький. Вот что нужно для счастья. Осталось еще полочки и все. Класс. Класс.